Тысячи россиян воспринимают 29 октября как личный праздник, праздник молодости и надежд. Хотя большинство встречает этот день в весьма солидном возрасте, но ведь не зря поется в некогда популярной песне «Буду вечно молодым». И песня эта про комсомол, день рождения которого отмечается именно 29 октября. Время бежит, и вот уже нескольким поколениям аббревиатура в ЛКСМ ни о чем не говорит. Кто-то считает комсомол надуманной идеологией сталинского режима, кто-то наивным, бесполезным политическим движением, за которым пустота, ничто. А для многих ныне живущих комсомол – это молодость, становление себя как личности, возможность настоящего, необходимого родине дела. Комсомол в то время был на гребне, как раз вот передовая атака вот эта шла, и наступление, вот освоение нового мира, и идейного, наверное, нового мира. Сейчас у нас почему-то его запихивают и говорят, что Советский Союз – это было не то, что надо, и так далее. А это было самое то. Это было как раз то, что было единение любой национальности под общим идеей, чтобы людям жилось как можно лучше, чтобы мы были счастливы все. По крайней мере, вот, ну, если не на этой планете, то уж в нашем государстве это точно было. Сегодня комсомольцы 60-х, 70-х, 80-х годов уже прошлого века, отмечая один из главных праздников в году, говорят о том, что с этим движением начиналась их жизнь. И однажды поселившийся в сердце комсомольский задор не дает этой жизни угаснуть, не дает места унынию и пессимизму. Ведь я на восьмом десятке, а я чувствую себя молодой, счастливой, полной сил и энергии, потому что у меня есть любимые дела, и самое главное, у меня есть любимые друзья, и их у меня очень много. И у нас есть общие воспоминания замечательные, у нас есть сегодняшнее наше вот состояние души. Вот, например, сейчас, почему я так одета, почему такой вид у меня? Мы собрались, комсомольцы-ветераны, и поехали на Дмитрово-Черкасское кладбище, чтобы навестить могилы наших наставников, наших старших товарищей, близких, родных нам людей, у которых мы учились жить и старались потом передать их опыт, преобразованный нашей жизнью, новым поколениям. Это было особое время. Это были большие комсомольские стройки, в том числе и на нашей Верхневолжской земле. Сейчас звучит странно, но работали не ради шального рубля, а за идею. Самоотверженно, весело. Бок о бок, рядом разные народности и национальности. В те времена верили в лучшее и жили нараспашку. Не все, конечно. И в наши прагматичные годы встречаются проходимцы и мздоимцы. Показуха и вот выстраивание флешмобов и прочее, прочее, оно не несет с собой внутреннее состояние. А там мы делали дело. И в освоении этого дела, и когда мы производили что-то, мы понимали, что мы действительно становимся взрослыми людьми и могущими добиться что-то и изменить в этом мире. Комсомол и сейчас большинству из тех, кто прошел его школу, помогает, несмотря на пандемию, дышать полной грудью. С верой в лучшие времена. По-другому мы не умеем. С праздником вас, друзья!